Добрый день. Чем помочь? Добрый день. Я бы хотел Розов, а где? Организацию индивидуального предпринимателя открыть. А, сзади он там вообще? Да. Хорошо. Повторите, можете повторить? Сейчас, секундочку. Зарегистрировать организацию? Да, индивидуального предпринимателя. One want to да. О. Хэмфри. Так, вот оф. А, 2000 DPI или 800 тысяч. Так. То есть можно иметь организацию и. Настройки. Сейчас. А, ее покупаю, да, здесь? Та-данс! Введите название будущей организации. Ну-ка, предложите-ка. Антибаба? У нас баб... Тупо баб не будет, это во-первых. И баб будем убивать. Будем убивать баб. Нет, какой Сиа Герес, блядь? Нахуй, какой Сиа Герес? Пустые наркоманы. Хламиджа. Нет, не хламиджа. Хуйня, блин. Все. Есть организация без баб. Скажу, проехали, значит, выделение. О-о-о! Это как в тех стрёмных фильмах американских, когда, блядь, пиздень от уродов сваливает. Такая на дороге все избитая, ловит тачку, блядь, полицейскую. А полицейский ее вывозит обратно к ним. Да-да-да-да-да. Отличное прикрытие! Все, после может поедем на какой-то движ. Так а ну, какой движ-то может быть? У нас тут Что-то замутим. Поезд женщин, мазафака. Кто ты? Ты девушка? Девушка? К девушке не подходи, она занята уже. Кем? Тобой? Мной. Что-то мне кажется, это не так. Здравствуйте. Что не так? Ты хочешь выйти со мной поговорить? Ты посмотри на свои чулки, она бы с таким никогда бы не повелась. Знаешь, девушки выбирают не по внешности, а по характеру. Харизма как у рыбы, ёпта, которую она ловит. Дед, нам солевая нужна. Знаешь, бля... Ты такой именно альфач, я вижу, да? Альфач. Что здесь происходит? Я не понял, люди! Тут распродажа! Распродажа девушек, а одна девушка на 10 мальчиков. Слышишь, ты за базар свой ответишь? Что одна девушка на 10 мальчиков? Нет, то, что девушка покупается. А она не покупается? Нет. Ну, тогда, может быть, она на моем S-классе проедется. Гражданин какой-то агрессивный гражданин. На S-классе просто проехалась бы, да и все. Она на моем привыкла кататься. А пускай она что-нибудь скажет хотя бы. Че она, немая, внимаешь ли какая? Если немая, то все. Я немая. Ну, видишь, она только же задницей пердит. Мужчина, я не могу. Фу, воняет, дайте пройду. Воняет, да? Воняет, она всю рыбу распугала, блин. Связывай ее. Да ну нахер ее. Связывать, еще руки марать, блин. У нее там подлива, блин, торчит. Короче, походу нам обязательно надо выйти поговорить. Слышь, ты пил. Мужик, вот она на твоем S-классе катается, и она даже подтвердить не может, что она на твоем S-классе катается. Пускай она скажет, да, я люблю у лысого кататься.
Ты спроси здесь у любого, меня все знают, я местный здесь. Местный? Главный, местный рыбак? Я главный, старший. А вот Жилин... Ладно. Знаешь, я поверю, что ты главный, если сядешь вот на вот это вот. Вот этот конус. Жилинка. Вот присядешь на этот конус, тогда ты будешь главным. Парни. Парни, чекайте чат, там розыгрыш. Ну так, лысый, сядешь на конус, тогда ты главный будешь на персе. Боровый. А с какого хера я, должен тебя слушать вообще? Ты чё, Вижу? Ты кто мне, если я главный? Боровый. Чё, свою девушку отпиздил? Вот так вот, а присесть... Потому что она солевая. Бля, съебитесь все нахуй. Слышь, розыгрыш. Ты чё так обозвал? Блять. Да шо вы, блять, зажимаете Влада Урмана, блять? Зажимаю. Я на зоне миской брился, сука. Короче, ты чепуха, ёб, ты еще раз скажешь про нее хоть слово, блять. Почему она молчит? Почему она молчит, твоя чепуха? Потому что у нее связки. Я хочу Ксюшу. Связки? Связки от чего? От лысого пениса, блядь! Дыряна. А где Дыряна? Куда пропала? Я просто её подырявил недавно. Дыряна. Я не верю. Потому что рядом с ней стоит гражданин, который имеет один в один одежду. Одежда один в один. Дыряна. Понимаешь? Потому что это ее брат. Не может быть ее брат. А почему он тогда за свою сестру не может вступиться? Дыряна. Потому что у нее есть я. Парень, блядь, ее. Понимаешь? Блять, ну пойдем тогда. Пойдем поговорим. Пойдем тогда поговорим, блять. Сука, блять. Ща, короче, в жертвоприношение тогда его принесем, блять, этого, эту лысую бороду, блять. Сука, блять. Ща эту лысую бороду нахуй. Но ноги ему, блять, сломаем. Голень выбьем, блядь. И руки вывернем. Лысые там и пить. Нельзя же это приношение делать. Что? Блядь, ну тут, по-моему, нельзя это, да? Нет. В круг все встаньте. Я буду этого ложка попускать сейчас. Давайте. Кого? Меня ты хочешь попускать? Ты че? Совсем дурак, что ли, блядь? Ты на мою девушку плохо сказал. Твоя девушка не моя дуринда, блядь. Я тебе говорю, я ей гланды повредил своим большим членом. Я не вижу, чтобы у тебя был большой член. Можем отойти, я тебе покажу. Давай. Так а покажи тут, перед всеми ребятами. Покажи член. Чё ты, ёпта? Покажи член перед всеми. Меня ты можешь подкупить гирисами просто, а тут ребят всех не подкупить, блядь. Тут ребята знают, какой у меня член. Вы знаете его член, а, господа? Какой у тебя член? У него маленький ведь хуй. Кто-то видел ведь его маленький член? Да нам насрать на ваши члены, блядь. Пиздитесь нахуй быстро, блядь. Нет, я драться не собираюсь. Зачем мне драться с ним? Он за бабу, блядь. Там свою, у которой глаз нет, ёпта. Давайте заказываем двоих заказываем. Давай! Блядь. Слэм, блядь. Влад. Я пойду еще хилочку возьму и тоже пиздиться буду, блядь. Влад. Да. Кто тебя обижает? Да никто меня не обижает. Вот этот, вон, видишь, что делает? Пацаны, успокойтесь, ёбаный рот. Успокойтесь, ёбаный рот. Блядь. Самозванец саный, блядь. Лысина, да ты самозванец, блядь. Сука, блядь. Ты девственник, ёпта, блядь. Ради женщины готов, блядь.
У тебя никогда не будет женщины, это потому что лысый. Витя, ёбаный свет, меня за... Сука, блять. Это пиздец. Доброй ночи. Доброй ночи, девушка. А вы, а что вы с молодым человеком отдыхаете на пляже, да? Сидите, а не хотите на автомобиле моем прокатиться? Нет, пока мы не можем это сделать. Почему? Потому что мы сидим тут. Ой, что здесь за слёт? Вы, ну, вы сядете, смотрите, это кабриолет. Да давайте, девушка, ну чего вы? Наша помидорка молчит. Что, привет, пойдем с нами. Да. Погнали. Пойдем, неплохо за тебя заплатить, неплохо. Нет, спасибо. Прокатимся. Я а чего? Я с твоим мужем сижу. А. Очень хороший человек. Да, а муж ты, ну, сидите, а ну, ты что, не хочешь на таком автомобиле прокатиться? Да нет, не хочу. 2 минуты всего лишь-то. Нет, спасибо. Ладно, ну нет, как хочешь. Укачивает, а я не буду. Климат-контроль поставлю на 10 километров. У тебя очень комфортный автомобиль. Да нет, нет, спасибо. Да, там не трясет ничего. Что? Имя? Я фамилию менял. Поженилась, что ли? Ну, ой, еще раз. Замуж вышла? Ну, да. А, Фиона, это ты? Понял. Привет. А это кто? Что это за дед? Это не дед. Вот это муж. Это твой муж? Дед, блядь. Он просто в себя ушел. Тем более, поехали. Пускай он там отдыхает в своей. Да, девушка, поехали. Забей на него, поехали с нами. На тусовочку, погнали. Сейчас дискотека будет. Охуеет просто. Да охуеет, охуеет. Да охуеет, когда тебе не окажется здесь, а ты зато в машине сидишь вот в этой вот. Поехали, Фиона. Давай. Поехали, поехали. Вы не обессудьте, ребята. Нет, я посижу. Что это, сам Влад Урбан тебя зовет, поехали. Да, погнали. Я понимаю, но там вон на пляже наверняка есть девушки, которые не откажутся прокатиться на вашей оранжевой ракете. Моя бывшая девушка так и говорила. Удачи тебе с мужем. Детей там здоровых. Фиона нормальная девушка. Девушка, ай, девушка! Это же не Фабрина? Он, короче, теперь... Девушка! Да? А не хотите на автомобиле оранжевом прокатиться моем? Нет. Ну давайте я с ветерком вас прокачу. Нет, спасибо. И обратно верну. За наш счет. В клуб за наш счет, выпивка нет, за наш счет. Спасибо. А денег заработать хотите? Хотите? Нет, просто потанцевать просто. Урбаном потанцевать, поездить в одной машине. Нет, понимаешь, спасибо. Это Влад Урбан. Никакого интима, все такое. Нет, спасибо. Он гей, если что, он не будет представлять. Да мы все примерно одной ориентации. Можете, пожалуйста, с моего мотоцикла слезть в рождение? Ладно, потом сопли на кулак будете наматывать, я вам точно говорю, блин. Да, Влад. Я уверен. Сука, блять. Вот бошку бы ей бы выстрелить, блять. Или молотком нахуй ударить, блять. Влад. Сука, блять. Влад. Что? Ты с Чипом общаешься? Нет. Вообще? Вообще? Можете слезть с моего мотоцикла. Делай грязь. Чё тебе надо, блядь? Девушка, ай, девушка. Две девушки, Влад. Девушка, а вы чего так под фонтаном-то стоите? Девушки, вот вас двое. Может быть, вместе съездим куда-нибудь, а, девчонки? Чё как голуби налетели? А?
девчонки. Вон мой автомобиль там зеленый, который, вот видите. Девчонки, супер ГГВП класса, ёпта. Мисс Кузи. Вот мой товарищ Гастон Кюрера. Он владелец клуба. Нет, не хотите с нами съездить? Знаешь? Да. Надеюсь, на уже многие знают. Нас многие знают, вот. А может быть, съездим, прокатимся куда-нибудь в клуб? Девушки. Выпивка за наш счет. Да. Все, да, за нас. Здорово, что потом тебя знать. А девушки? Что? Я брат Гастона. В клуб съездим, не хотите в клубчик? Подзаработать тоже деньжат. Там нет никого. Да как нету? Мы вам вот мы все поедем, мы все в клуб поедем. Ладно. Да. Все, короче, все нормально. А, пускай она садится в мою тачечку. Владу. Лиль. А мне надо тоже кому-то запрыгнуть. А, ну ладно, хорошо. Ну поехали в клуб. Нет, ты чё? Зачем вы сюда приехали? Сейчас она напьется, блядь. Она, видишь, какая, она не хочет, блядь. Потом надо, типа, Давай телефон, мы будем стримить. Пускай она набухается, да, блядь, это шибалдина. Бухла стрим. Тебе надо, чтобы она к тебе в тачку села, слышишь? Да. Потому что она свою блядь нихуя не догонит никого. Тихо. Девушка, а как... А как тебя зовут еще раз? Не трои. Лиля, да? Лилия. Ну... Я помню чудное мгновение, передо мной открылась ты. Твоя киска сверкнула, словно звездочка на небе. И я достал свой толстый жезл и проткнул твою плеву. О боже, наконец-то ты лишилась. Наконец-то ты моя. Так родишь ребенка для меня. Такого же принца, как и я. Линик, это что? Хлопан, хочешь? Выпить хочешь? Хочешь? Я ничего не пью. Да ладно, после такого посвященного стиха точно хочешь выпить? Тю, угощаю. Барло или марло, а может быть солей, дусали? Что ты хочешь? На или... свой вкус что-нибудь выбери. Вот, на мой вкус. Мы балтику девятку хотим, дядя. Не как бы. Угощайся, это... Отличное средство для того, чтобы забыть о том, что было сегодня плохое. Было ведь что-то у тебя плохое сегодня? Ноготь слетел какой-нибудь или волос выпал, когда причесывалась? Нет. Ну ты выпей. Вы туда что-то подсыпали? Да нет. Мы сами вот тоже, мы тоже выпиваем. Что? Срочно от этих переговорить. Секунду. Я надеюсь, Густав это ее не трахал, блядь. Что-то я ему не доверяю, а тут мы постоянно. Я надеюсь, трахал. Если Густав трахал, значит проверено, я считаю. Значит, точно не соливаю. Я не успел провести тест на хламидии. А чё он её постоянно отводит? Что-то не то вообще. То. Солей подсыпает, походу. Солевая, да? Да. По глазам видно. Да, включите это кто-нибудь, походу. И кожа, вы видели кожу у неё? Она, блядь, уже старческая, блядь, там вся. Тёмная, после солярия. 54 года и... Гастон, всё в порядке? Всё в порядке? Нормально. Она выпила, надеюсь, да? Как ее зовут? Ее точно не Ксюша зовут? Как это Милфа? Нет, ее Лилечка. Лилечка зовут. Лиля. Все хорошо. Понравились, знаете, тёлки нормальные, шаболды, пойдём со мной. И мя-лиля там... Как-то песня так называлась, блядь. И пилась, блядь. Слышишь? Ты уже ее проебал немного. Погнали. Бруно. Идем на танцпол, чё мы, блядь, тут как лохи. Лилечка, ты уже выпила, да? А тебе за руль нельзя, я могу довести тебя. Могу довести тебя, куда тебе нужно. Да, нахуй нужна, пойдём со мной. Да.
Куда тебя отвезти, если ты хочешь? Обращайся ко мне. Гастон тоже выпил, я видел, он выпил. Ну, хотя он человек хорошо водит, но... У него автомобиль, он слишком быстрый, еще мало ли там с управлением не справится, как Пол Уокер. Может ведь быть все что угодно, не так ли? Так экстрим это же хорошо, нет? Что? Экстрим это же хорошо, нет? Экстрим? Когда твои мозги по асфальту раскиданы? Конечно. Ты не любишь так? Лидичка, я люблю скорости, люблю скорости. Господи, а где мой автомобиль-то? Боже мой, Иисусе, блядь. Блядь, у меня тоже точка пропала. Блядь! Гастон! Блядь! Он увез ее! Блядь, он ее увез! А ты не забыл включить? Наши автомобили, короче, прикинь, знаешь где? На пирсе они. Блядь! Чёрт подери, блядь! Айда квитер машина. А где? Она наш. Гастон увез эту пёзду, я её набухал, и он увез её, блядь! Туда пошёл, поехали, да? Да. Езжай за Гастоном, за Гастоном, едь за Гастоном! За зелёной машиной налево, да, едь за зелёной. Налево, за зелёной машиной. За ним едем. Едем, нормально. Сейчас мы её захуярим, эту тварь, блядь, ёбаную. Да, ну охуел вообще, ты ж дядя, пиздец. Сначала она не набухала, нихуя не сделала, пиздец, слышишь? Так не делается. По факту. Едьте за ним. Едьте. Кирилл, а помнишь, у тебя был стрим, когда к вам Ярослав ворвался в конце? Да, было такое. Какой Кирилл, дядя, мы едем, слышишь, какой Кирилл, причём? В смысле, Влад? Он не в этой машине? Он же в этой машине. Сверху бога, дядя, чтобы ты понимал. Так что давай не надо. Влад, Урбан! Это эльфийский язык, если что, был. Так-то ну, это... Да. Имя Влад на эльфийском Кирилл. О, Гастон, красава, блядь. Давай, блядь. Я понял. Только в кувейт не увеличите. Блядь, быстро у него тачка. Ебать, какая быстрая. Куда мы едем? Ты же, мы ж... Куда едем, на перс, едем. На перс, на машине. Подожди, разве на перс? Нет, там их машины стоят, они сказали. А где зеленый? За зеленой тачкой надо было. Стоп. Едь прямо. Едь прямо тогда. Вита, едь. Направо сейчас, направо. У тебя голос хриплый. Направо. Нет, водителя. Не туда, Вита. Ты не туда едешь. Вита, развернись. Давай я поеду, дядя. Дай мне тачку, я поеду. Я знаю место это. Давай. Мне кажется, блядь. Стой. Он точно не туда. Назад. Во. Вот он, вот. Вот зеленая машина, и прям за ней едет. Сзади нас, красными фарами машина. Я дыр драйв, блядь, давай, блядь. Мы едем. Густав, поехали в пустыню, в пустыню, блядь, её. Суку, блядь, нахуй. Ебать, я сейчас уебал пару жирных пулюх, пацаны, вышел. Я уже, блядь, в маске. Влад без голоса, что ли, да? Ну, зихай, ебать. Чё, не слышно, что ли? Не слышно? 1, 2, 3. Не слышно? Теперь да. Да, слышно. Пропадает это. Я говорю, что ты будешь плюхи, дядя? Ща её... Убью нахуй эту бабу ебаную, блядь. Расчелю, а блядь. Давай это... едем её, потом пару болит тупо опустим. Не, это во имя того, что сука! Ёбаная сливая пизда, блядь. Сливала переписки и всё говно. Я буду всех баб убивать, блядь. Жертвоприношение. Влад, а что она насчёт фильма, насчёт твоей песни сказала? Понравилось ей или что? Что да, она потекла, блядь. Все, вы тачку выгоняем за территорию. Тачку за территорию выгоняем. Выгоняем за территорию машинку. О, нихуя, они итальянцы, блядь. А, ну да, Гастон. Гражданин, во плохо. Кому? Мне? Почему вы в маске?
Да, да, да. Почему вы в маске? Так. Коронавирус. У меня нос, нос просто здоровый, ёпта. Территорию покиньте, или мы поели погиб. Ааа, факин чет, блять. Гастон, ну. Вывези эту шаболду, блядь, в пустыню куда-нибудь. Сможешь это сделать? Я вообще сюда прибыл. Да, да, в пустыню. Ну не здесь же я ее буду ебашить. Окей, давай. Давай, мы будем сейчас за тобой. Поедем вот она бежит, она бежит. Ага. Да. Кирилл, она. Кирилл, повернись. Так. Витака, где ты? Где твой автомобиль? Все, все, покидаем, покидаем территорию, покидаем территорию, мужики. Да все, все. Автомобиль сзади, Кирилл. Закончилось, успокойся. Все, все, все. Вот, говоря, потом посмотришь на форуме, где базик, где нет. Бруно, едь за зеленой тачкой. Все, сейчас не буду орать. Нет! Она вон стоит. Садись. Пешком, она пешком двигает. Алло. Алло, алло. Да, а ты в сторону аренды, да, поехал квадриков? Да. Да. Ну вот мы у них сейчас. Нам да, дальше? Да, да. Дальше ехать? Да, да. Ага, едем. В сторону в какую там, ну, в сторону города. Бля, он случайно. Я столько катаюсь, не в полицию. Давно, блин, в поле вы ебанул бы ее уже. Ну как бы да, да, это и хочется, блядь. Ну так а что он катает, катает без конца. Густав! Густон, вон прямо там. Подай прямо он в лесок. Ну ты что, у полиции? Что тут у полиции делать-то? Шок, где он что-то? Блять, чё с тачкой, блять? Езжай, едь за ней, едь за ней. Он какой-то странный, слышишь? Блять, мне кажется, он полицейский просто какой-то. Это занялся. Нормально, он просто владелец клуба, они там все под кокаинами, блять. Ты её набухал за свой счёт, а она, он её вез потом, блять, и всё. Ну и хламидиями, прикинь, она хламидиозом его заразит, блять, и всё. Ладно, ребят. Улетучиваюсь, а штаты? Тебе в любом случае уже этого не страшно. А вот бебек из мочатка. Антитела выработаны. Да, да, да.